Так, Соник всегда... А, Соник вместо Герасенка была в Гаттиру сунул. Да, кстати, что интересно. Отдай мне свои хп. Просто слайдом? Ну ладно, окей. Интересно. Так. Бараку кто-то из Pro VS Plus кидал. Ну, это первая вариация бараки. Она достаточно сильная. Из-за дамага. Мне с ним зониться вообще не вариант. Ой, все. Так, шнур дергайте, шнур дергайте. Да, дергайте шнур и что-нибудь еще, тогда станете мастерами про лиги этой. Ой, оверхед. Чуть крашен блоу, да за что? За что столько дамага, ребят? 40%, за что? Да ладно, просто... О, господи, вы это видели? Вы тоже это видели сейчас? Ну и камбэчище был, лал. Он нас в углу чуть не изнасиловал. У меня пиксель вот такой вот оставил, блин, мы всю... Так, кто-то там на бан напрашивается, я смотрю, да? Ну окей, сейчас забаним тогда. Так. Сейчас. Ща, погоди, чувак, дай мне забанить людей. Так, ладно, после боя забаню. Оу. Это, конечно, зря. Прекрати говорить про геев. А чё, школота в геев уже превратилась? Ой, да да, вот. Блин, школы-то, оказывается, сегодня какие развитые. Школьники в геев превращаются уже даже на такой стадии. Ой, мы в рептилию превратились. Найс. Да, да, концерн. Еще Crushing Blow получил. Ничего себе, сколько конфермов на Crushing Blow дают. Ну вообще у Джакса много Crushing Blow, да.
Отдай мне свою душу. Отдай мне свою душу. Так, забанить могут, аккуратнее про них говори, мало ли страйк залетит. Так, и не будем друг друга называть это. Я долго думал, но консоль мне не нужна. Я бы давно смог ее себе позволить, но у меня вполне комфортная игровая зона. В МК я с женой на телевизоре вывожу картинку, вполне себе те же ощущения. Морфинист, ну, в принципе, да, да. Ради одной игры... Ради одной игры запускать как бы... Блин. Ради одной игры покупать консоль, ну как-то это странно. Как мне кажется. Ничего себе. Мой апперкот перебил. Так. Так, кто хочет фаталити, идите в башню, обмазывайтесь фаталками. Так, в принципе, есть еще консолеры. Ой, апперкот промахнулся. О, я уже на вифпаниш полетел, но... Да, вот ближка все-таки это слабое место, конечно, Шансунга. Вот ближка реально слабое место. А, я думал, он лоу, лоу или оверхед пихнет. Но пихнул лоу. Пихнул наоборот оверхед. Я лоу заблочил, а он оверхед пихнул. Ну там 50 на 50 у Джакса, так что. Оверхед больнее, поэтому, как правило, я блочу оверхед. Так, ради Анчи Хэмэн для Сворда ломился на PS3. Плюсу, если победишь, можешь решать, а если проиграть, приходится терпеть. Так, как относишься к Кунлао? Хороший персонаж, достаточно сильный. Привет, Андрей. Фаталки, наверное, пинты крови зарабатывают. Пинты крови уже никто не зарабатывает. Блин. Ах, как не вовремя. Так, задание вроде какое-то вчера было, или ошибаюсь. Джонни авторитет. Джонни Кейдж? Что в нем авторитетно, уж извини. Прессер сильный, конечно, но... Но не самый сильный. Джеки Брикс посильнее прессер, чем Джонни Кейдж. Блин, короткая такая. Интересно.
Стильный в кино снимается, раскрыл тайну Джонни. Так, как тебе персонаж Сентрион? Ну, очень сильный зонер. Очень сильный. Крашен Блоу получил, лал! Ага. На последний череп полез человек. Мы в одной реальности живем. Ты прав, захват вперед. Попробуй, давай глянем. А чё глядеть? Мы уже 100 раз его делали. Странно, что гитап не получился. Оп. Броска забирает прям. Все, смерть. Так, тебя Джасвитер попросил сделать фаталити кек. Да, а я не услышал. Толстый человек с турнира. Так, что такое пинты крови МК-11? Ну, что такое пинта? Это определенное количество литров. Ну и, собственно, пинта — это объем. Посмотри в интернете, сколько этот пинт, сколько это литров. Блин. Завив панишил. Там третий удар с очень оттяжечкой такой, поэтому вив панишится очень легко. Криво, но забрали раунд. Так, сейчас будет рвать и метать. Так он уже нас порвал первый бой, первый раунд. Так, у меня получилось с удержанием 3 кнопок. Ну, в смысле, как они выбирают. Так. Ой, кто-то матчап с Шаном не знает. Ты думаешь? Ой. Ну это не панишь был, кстати. Как сунтерил, да? Вау. А бросок назад? Так, 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 окей. Не достал таки, смотри. Не достал. Ну ладно. Так, короче, Шан тебе не зашел, я так понял. Но он мид-тир такой, средненький. Но мы им играем второй день, тем не менее. Если бы совсем не зашел, я бы им, наверное, уж не играл. Так что буду давать по одному облику в месяц. Так, D4 спарки и грязь. Диего, ну такая тема. D4 спарки, такая тема, да. Привет, Роман. Добавь к описанию видоса запрет на спам и рекламу. Ну, как бы... Боже мой, не слишком ли много описания тогда будет, а? Окей. Окей. Я тебя понял, я тебя понял. Оп, ага. Слушайте, фреймтрап уже не работает. Лал. Серьезно, сейчас, подождите. Сейчас после боя проверим, короче. Фреймтрап, кажется, уже не работает, слушайте. Серьезно говорю. Второй раз запанишил. Уже не работает, фреймдата изменилась. Раунд 2,
Да, 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 да. Все, не работает. Это уже не сейф. Это не сейф, да. Я сейчас в тренировку зайду, потому что это совершенно точно уже изменено. Сейчас, блин. Можно список приемов посмотреть? Блин. Там раньше было минус 11, но сейчас точно больше минус стал. Хера себе, они уже понерфили Шансуна, лол. Ни хера себе. Не-не-не-не-не, Фойка. Сейчас бой еще проиграем и посмотрим, потому что... Интересно, что он весь метр влил. Ну ладно. Можно было и не так убить. Так, сейчас. Не-не-не, Диего, не-не-не. Я тебе точно говорю, что-то изменилось. Что-то изменилось. Не может быть. Там, походу, уже не минус 11. Неожиданно. Все, убивай. Так, сейчас в тренинг зайдем. Что-то не то. О, а Чипеди-то тибэкщик, оказывается, а? Чипеди тибэгает, ко всему прочему. Интересный тип. Так, ладно, я думал, он нормальный пацан, но нет. Ну-ка. Минус 16 стало! Диего, все. D4 спарки это не грязь. Это наказывается. Минус 16. Это наказывается, мать его. Раньше было минус 11. Сейчас минус 16. Все. Все. Шана порезали, ребят. Всего одни сутки прошли. И Шана уже порезали. Лал, просто жесть. Все, можно просто наказывать только так. Просто жесть. Я и думаю, что-то не то. Просто всегда это был сейф. И вот это вот сейф был. Просто жесть. А тут минус 16 стало. Вау. Вот это да, ребят. Вот это да. На ПК минус 11. На ПК еще не понерфили. Все, все, пацаны, уходим на ПК за тагаву играть. На ПК еще не понерфили. Если Шан был черный или женщиной, уверяю, его бы сейчас апнули, а так старый дед вот над ним издевается. Да, старый дед, блин, вот вот обижают пенсионеров, ребят, обижают пенсионеров, вот что они за люди-то такие, а? Эх, на святое, на нашего православного, ну как так, а? Не, морф бустит дэмэдж, он и раньше, так. Что, уже понерфили? Да, Шансунг уже понерфили. А, это Саб-Зиро. Стоп.
Это все русофобия, обделили русского дедули. Да, дедушку пенсионера, блин, обокрали у ларька, гады. Как зашло вообще? А, у меня метр-то не было. Воу, алле. Полегче. Пожилого человека обидели, ну как же так? Да вообще! Дедушку у ларька обокрали, блин. Вот гады, сволочи, сволочи. А может у молодой вариации минус 11, тем дед больше восстанавливается. Ой, дедушка дольше восстанавливается. Норм речь. Блин, оверхедж. Плюс один, блин. О, детка. Да, 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 знаем, знаем. В угол. Господи ты, боже мой. Интересно, вроде сел, но не успел, видимо, сесть. За Бонглао, да? Десять фреймов, господа. 10 фреймов. Выпрыгнуть нельзя. А у меня метра нету. Окей. Метра нет, метра нет. Так, тупая кейс уже смотреть на это больно. Сибири, ну это же лига, поэтому все тут play to win. Играют чисто на победу, чисто ради победы. Ха, 10 фреймов. Ха, ножка, 9 фреймов. 10-9, 10-9, 10-9. Так, так и играется. Так, игра неиграбельная за пару кусков говна в виде топов. Так, как понерфили Шансунга? Спарку понерфили. Теперь она ансейфовая на блоке. Эй, а я же метр-то вроде влил. Ага, а вот так. Блин. Успевает встать. Оу. Привет, Зевс. Хм. Да, 10 фреймов быстрее, чем 15. Тут уж сложно спорить. Какой ранг уже выбил? No name называется. Оу, как интересно, фонтёр-то залетает, а? Угу.
Блин. Отходит, отходит, отходит. Ууу, комбеск! Комбаткаст через 12 часов примерно. Но они на комбаткасте будут лигу, короче, в лигу играть в прямом эфире. Все. Хочу попробовать вторую вариацию Шана, выглядит необычно. Ой, ну попробуй, но козырь. 30 фреймов стартапа и 70 фреймов стартапа, это слишком дохрена. Так. Рейкер. А, у меня метра уже нету, блин. О, хотел выпрыгнуть, но, к сожалению, ап, опоздал. Привет, Пенкиллер. Какой ранг в лиге успел набить? Новичок. Это все, что мы успели набить. 70 фреймов, успеешь чай поставить? Да. 70 фреймов. Колодец душ заводит, и все, и можно чай пить. 70 фреймов стартапа. И еще 70 фреймов на то, чтобы активировать этот колодец. Плюс, знаем. Да ладно, ты брось. Да. Ну все, играет максимально грязно. Да, ребят. Сейчас так и будет играть. Пострелушки. 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 Ничего себе, как перебил. Все, смерть. Ему смерть. Так, дедшотовские флешбеки из Injustice 2. У меня вторая вариация, это три ниндзя, это норма. Турнирную вариацию смотри, а не кастомную. И жить нормально, смотри. Блин, не достала четверка, лол. Так, куда? Thank you.
Блин, не то вообще пихнулось. Сейчас, нет, нет. Камбэк номер два, ребят. Камбэк. Господи. Он просто... А я уже забанил этого араба, да. Капец. Вот это камбэчище было, а? Не такой эпичный, как против того Саб-Зира, но эпичный, эпичный такой. Нормальный камбэск был. Я уж думал, все. Тут просто никаких вариантов, сейчас умрем. Но нет, смотрите, скамбэчили. Кое-как. Но он совсем потерялся, на самом деле. Лучший камбэк, который ты видел. Банан, ну ты поздно пришел, там в начале стрима да еще более эпичный камбэк был. Блин, лоу. Напанишь. Да, чувак. Но он рискнул просто, потому что уже делать было нечего, как рисковать. Отдай мне свою душу. О, больно, 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 больно. Я же сидел, как так? Давайте попробуем. Ученики, она произошел учителя. Оу, вот это я ошибся, конечно. Неожиданно. Хорош. Сконфермил.
Найс, найс. Это было интересно. Паниш. Да, панишит. Как достает, а? Просто, блин, украли душу Шаокана и просто вкатали его за Шаокана. Your soul is mine, все, и погнали за Шаокана. Ой, лау. Просто жесть. Надо Fatal Blow было. Да-да-да, надо было делать... Короче, надо было, да, доделывать Fatal Blow. А я мне больше из башки вылетело. Вот это было интересно. Вот это было интересно. Ай. О. Паниш, паниш. Ничего себе. Достал, достал. Так. А как он кайф, когда за Шана. Да, это конечно, все весело. Блин. Синдел трейлер? Нет. Не вышел. Блин, не достает ножка, лал. Лал, ребят, просто вниз 4 делаю, ножка вообще не достает. Господи, почему такая дистанция паршивая? Да. Это интересно. Прессинг у него? Прости за вопрос. А что у него прессерского? Какие у него есть плюсы, чтобы прессинг делать? Ответ? Никаких. То, что у него комба есть, это еще не прессинг, знаешь ли. Ой, где достал третий череп? Интересно. Ага. Моя ножка короче, чем его. Моя ножка короче, чем его. И Fatal Blow тоже короче.
Как делать фаталити Кентара? Ну, в мувлисте есть фаталити Кентара. И первое, и второе фаталити, и оба есть. Эй, а почему? Интересно, что-то вообще не сделалось. Интересно, почему не сделалось тогда? То есть я сделал именно правильно вот этот назад 3, вверх 4 и дальше сконфермил в черепа. Ну просто черепа не сделалось. Назад 3, вверх 4 зашло, короче, а черепа вообще не сделались. Просто как будто вообще странно, очень странно. Привет, Анастасия. Воу, с воздуха забрал, вау. А, лоу, второй удар. Капец. Спамбот у всех стримеров сейчас? Ну, понятно. Полез, рано или поздно. Так, настрой как-то фильтр чата ставить можно, отсылок то их не будет. Ой, я на панев полез. Рано. Так. А, сейчас смерть. А, нет. А, или да. Ну тут понятно, шаг отчаяния, потому что мне нечего было уже представить ему.
Так, кочевой скин, но это по умолчанию скин. А, так, некрасы атаковали. В чем прикол спамботов? Зачем они? Ну, типа, рассылка, реклама. У нее есть костюм, хороший декольте, сисечки видно. А, шан по геймплею, прям как в девятке. Ну, алый человек, не соглашусь. Не соглашусь. Никак в девятке. Там он все-таки посложнее был, поумнее был. Персонаж. Привет, Саш. Лики смерти, привет, добро пожаловать. О, господи. То есть он сейчас будет так и спамить, что ли, да? Да. Не могу подойти. Подойти тяжело. Все-таки против сильных зонеров Шансунг не так много чего может. Так, привет, Стэнли. Сыграем до трех побед Пашки. Ну, давай сыграем. Заходи в комнату какую-нибудь. Сейчас я доиграю с этим человеком. И сыграем с тобой. Ой, блин, расстояние. Блин, да ладно. Ну все, поехали, зоним. Фонарно зашло. Пашки, да в любую комнату заходи. В любую комнату заходи и просто напиши название комнаты. Я зайду туда и приглашу на бой. Так, меня тихо слышно. Меня нормально слышно. Меня нормально слышно. Да. Такое себе удовольствие, на самом деле, вот в этот зонинг играть. РГБ Магот. Мы, кстати, по-моему, с ним уже... Он уже нам попадался, если я не ошибаюсь. Так. О, боже мой. Бросок. И опять на фуллскрин меня. Блин, я же знал, что гитап будет. Так. Ой-ой-ой. Блин. Так и будет бегать от меня.
Так, бегает от меня, бегает. Гора Слэр, окей, Пашки, сейчас зайду. Другой мотивации у них просто нет. Так, это тонкий лед со слайдом, все понял. Блин, я же сел. У меня метра нет. Но он пихнул вверх три просто. Подумал, что я полезу. О, боже мой, еще и в угол меня. Угадывай меня, о боже мой. Блин, крашен было? Нет. И он просто слайдом залетел и поменял позицию. Господи, этот слайд вообще жесть. Что ж такое-то? Как эта ножка не зацепила? Слишком долгие удары. Он между вторым и третьим ударом, крашен лоу, между вторым и третьим ударом просто так залез. Блин, не туда, не в ту сторону уходил. Да. Да, Дивору в онлайне вообще почти никто не пикает. Так, разок попадалось в ранкеде, но... персонально столько внимания уделяет больше, чем стримеру. Так. Ой, он прокатывается же под прожектором. Оверхед, лоу, угадай меня. Я Саб-Зиро, угадай. Так. Школьники любят кинсь. Ты понял, UFC, боксинг, игр на ПК нет актуальных. На ПК не знаю по поводу этого. Так, по поводу спортсимов не знаю. А спортсима это в основном-то этот жанр для консолей, по большому-то счету.
еще и Crushing Blow получил. Так. Эй, я же... Как-то... Да, тяжело, тяжело, тяжело. Просто как он кросса получил? Да ё-моё. Просто жесть, не выпрыгнуть вообще. Ой. Выиграли этого саба. Выиграли этого саба, мать его. Гори в аду, Саб-Зиро, вместе со Скорпионом. Просто жесть. О, боже мой. Еле-еле вытащили этот бой. Как тяжко это было. Просто как тяжко это было. Просто жесть. Вы видели, какой камбэк? Ё-моё. Да, ребята, у нас сегодня, конечно, такие несколько камбэков серьезных очень даже было. Да, там тяжеловато. Ой, какой у него костюм классный. Хочу такой. Шестнадцать три стата у Стана, понятно. У Шана, понятно. О, боже мой, там... Поймали. Что дают за рейтинг? Ничего. Ничего же за рейтинг не дают. Просто повышенное ЧСВ. Вот что дают за рейтинг. Блин, не выпрыгнули. Так, возможность играть с сильными игроками. Ага. Ох, а ты круто играешь за Котля. Спасибо, житель. Я стараюсь. У Котля вообще нет проблем с напрыжками, с такими стрингами. Но как тебе сказать, Эврики, как тебе сказать? Я не сказал, что прям нет у него проблем. Блин. Ой-ой-ой. Ау, последний удар не зашел. Лау! Еле забрали. Я так ссал, когда он этот фаталблоу пихал, блин. Вдруг зашло бы. Ой, назад 1-1. Угу.
Наказал. Пицца зашла. Все, смерть. Так, он блочит оверхед. Это был байт на покупку шансу. Байт на покупку шансу. Кстати, мне скины не дали, премиум потом дадут. Ну, надо скачать, так же, как и шансунга ты скачал, так и скины скачай. Все дадут. Как думаешь, котла будут бафать? Ой, я не знаю. Хотелось бы, чтобы бафнули уже. А, это с отменами, короче, скорпион с отменами. Все, скорпион с отменами. А, блин. Господи. Это смерть. Я зря брековый сжег. Блин, я просто запорол командник, да ладно. Мне просто стоило один командник сделать, ну, именно вперед подойти. А у меня метра-то нету, я в том раунде все оставил. Блин, какой же скор все-таки мерзкий, ребят. Какой же скор все-таки мерзкий, жесть. Да капец. Он отменяет постоянно... этот телепорт, и вообще я пытаюсь хоть как-то наказать, но меня просто в контер влетает, и все каждый раз. Эх, жаль. Так тупо, блин. Боже мой, геймплей-то такой дебильный у Скорпиона. Ну, в том плане, что человек абсолютно ничего не делает, но выигрывает все равно. Да ёпа мать. Что? За что? Просто за что? Russian Blow он получил, за что? Да, ребят, скорпионы, эти скорпионы. Конечно. Командник-то не заходит никак. Crash and Blow, easy confirm. Вообще easy confirm. И посмотрите на дамаг. Просто жесть. Да. Еле забрали бой. Ужас какой. Ужас. Ой, тяжело, ребят. Да, бери Рона Блэка, не мучайся. Да, легче Рона Блэка, блин, реально взять и не мучиться. Вот уж действительно, что легче, то легче.
Так, турниры также было до лиги в рейтинге, только турнирные вары. Дженкос, кстати, я еще делаю иногда F3, DB4. Да тут бы победить вообще Скорпиона. А, у меня метод-то нет. Тихо. Тихо. Ай, я верхэд пропустил. Да ё-моё. Блин! Да, детка. Все, умри, Скорпион. Просто умри! Умри! Бруталити! Да, детка. О! О, да, детка. О, да, умри, Скорпион. Умри! Умри! О, рейтинг дали! Еще и рейтинг дали за победу над Скорпионом. Ну, просто сказка. Еще и ранг повысили нам. Мать его. Даже как-то странно. Ну, давай. Ой, паниш. А если так? Не, Геросов, кстати, не так уж много. И Сонь в последнее время тоже не так много стало. Ой, паниш. Все, миксапит ножкой. Так, когда уже введут баны персов рейтинг? Баны персов никогда не введут. Лучше бы они ввели нормальный баланс. Это было бы более человеческое решение. Смотри-ка, знает, что там лоу последний. Интересно. Ой, как не достал. Как не достал, удивляюсь. Второй раз удивляюсь. Ну, давай. Crushing blow. Ой, big damage, все это смерть. Боже мой, как этот 9-фреймовый, 10-фреймовый мид просто... Такой рекавер, жесть. Что ж такое-то, а? Блин, да ладно, просто да ладно, ребят. И еще Crushing Blow получил. Еще Crushing Blow получил. Я же перебил, как так? Он меня прямо из поки забрал. Ой, убей, убей. Просто жесть. Как тяжко, ребят. Просто как тяжко против Скорпиона. Это жесть. Ну чё, как успехи, Бенджамин? Да меня только что Эрон Блэк 5-0 убил. Просто, который делал вот так вот. Назад 2-2-2. И я за Шансунга просто всрал. Только так. А теперь Скорпионы попадаются. Так что, Бенджамин, успехи такси. Соник Фокс, Кенси на первое место поставил в тирлисте. Да, мы видели обновленный тирлист. О. Джонни Кейдж же взял, ну ничего себе.
якобы в игре так написано, люди интересуют надпись, ага, Шустов, да-да-да, пусть лучше читает. Нечестно давать одним персонажам все стринг-серии с миксапом, другим только хай и мид. Ревен, ну да, это же НРС, о чем ты говоришь, какая честность? Ран капнул? Не, Егор, да и блин, мне до аппа ранга еще как до луны. Че, клона за котла? Да, надо клона за котла ставить. Ой-ой-ой, да ладно. Толкан, к сожалению, в данном случае ответить ничем не может. На НЖП не всегда достает. Чаще всего достает, но достает не всегда. Иногда не достает. У него худший нейтрал джамп панч в игре. О, боже мой. Еще и в углу оказался. Своеобразный миксап достает, не достает. Да, такой миксап. Просто я, у меня много раз было так, что не доставал. То есть прям перед моим лицом делает человек нейтрал джамп, и я знал, что он делает нейтрал джамп, поэтому апперкот, а просто апперкот вифает, и все, и мне на паниш прилетает. Ну, короче, такое. Апперкот говно. Самое интересное, что у него антиэров в принципе вообще никаких нету. Вот просто никаких у Котлкана. Савин, Котлкан очень слабый. Он один из самых слабых персонажей в игре. Блин. Ой, да ладно. И будешь застреливать Котлкана, что ли? А совесть у тебя есть, друг? Еще и что-то тут со связью, смотрите. Ага, у антиэр распил не в этой вариации, а в говёной вариации антиэр распил. Блин, я же... Оу, Перри. Оу, крушингул он получил. Ну и просто застрелять Котлкана, эх. Блин, и вот
И просто посмотрите, и просто посмотрите, как так не сработало. Блин, я знал, что он мог не скомбиться. Интересно, достал. Так. За Джейд кого посмотреть? Не знаю. А тебе кого надо? Интересного игрока смотреть за Джейд или неинтересного? Если интересного, ну смотри Дубасика. Он хотя бы прессинг хоть какой-то делает. Так. О, вот это, конечно. Немножко достало. Просто друг друга убили, лау. Господи. Просто, вы видели, мы просто друг друга убили. Я своим прожектайлом, он своим. Братья, после F242 правда заходит дальние спарки. Попробуй в тренировке. У меня заходит, у людей тоже заходит. Посмотри. Угу.
Так, бруталка Симоко, рептилии классная, на турнире две бруталки, захвата, захватами идут только. Новые бойцы будут на турнире, на каком турнире? Оу. А, нет. О, блин, еще и бросок. Сколько ж у тебя там кадров хитстанта, а? Сколько ж кадров хитстана-то, а? На который собирается, ну посмотрим, это зависит от участников, каких они персонажей будут брать. О, еще и Crash and Blow получил, блин. Еще один Crash and Blow. Да ладно. Так, новые бойцы, ага. Блин, на Шане надо именно за Шана только сидеть и играть, потому что, блин, как только я пересажусь... Ой. Ну чё, Лю, нравится зонинг твой? Господи, зонится. Нет, тупой геймплей. Не хочу я зониться вообще. Зачем он это делает? Да, заметь, Барселькан, сложно. Так, привет, сегодня будет комбаткаст? Нет. С какого перепугу? Сегодня нет, не будет. Вчера был просто потому, что они представили, они играли на комбат-лиге, прям на стриме и все. Больше ни для чего этот комбаткаст не нужен был. Thank you.
Так, как-то не нужен был Стефани, чтобы зрители оценили. Да, только ради, все ради Стефани. Все ради Стефани. Ну куда ты лезешь? Ты уже 1000 раз делал, все равно лезет. Виталий, понятно. Так. Ушел. Так, да, что-то... Просто суть в том, что, видите, можно играть... Вот он навязал мне эту игру зонерскую. Пришлось, ну, как бы я ее принял. Теперь у него у самого подгорело от этой зонерской игры. То, что я там стою на другом конце, трупы кидаю. Вот. И то я позонил, все, и пошел вперед. Просто потому, что мне это надоело. Будут, ну, не в этом паке, а я думаю, не будет вообще. Блин, не заходит что-то вообще. Мы же рофлим, лично я не против. А... Как будто Стефани есть, ребята, до нас дело. Против, мы не против. О, как он блок получил. Так, привет, дрон. Объясни, пожалуйста, когда играешь в лиге, тебе по проигрышу все равно дают очки. Означает ли это, что значение не имеет? Дрон, это на первых порах. Если ты дойдешь до звания чемпиона, тогда у тебя будут отниматься очки за проигрыш. То есть это на первых порах, чтобы ты типа втянулся в эту лигу, тебе дают очки, а при проигрыше не снимают очки. Потом будут снимать. Его фаталблоу даже в блок урона дохера наносит, жесть. Слышал, да, да. Фаталблоу у Айрона Блэка, ну, вообще, некоторые, в том числе, например, Ханиби и Байохазард, они считают все-таки, что у него лучший фаталблоу в игре. Вот. 10 фреймов, перепрыгнуть невозможно, это просто настоящая жесть. Ой, да ладно тебе. А? Что? Он взял Котолкана? Алло! Просто алло! Котолкана взял! Боже, это такая просто редкость, ребята. Это такая редкость, чтобы кто-то Котолкана брал. Это просто капец какая редкость. Жесть. Вот это да. Я, блин, не ожидал. Я реально не ожидал. Ну-ка. Фаталбло пихнул, но перебили. Котал норм. Да знаешь, что Котал норм? О, да, детка, поехали.
Блин, как ты не вовремя... А, как ты не вовремя превратился обратно в Шансунга. Да, your soul is mine. Это ж Кот Алкан, это действительно его душа моя. Да, Кот Алкан, душа Кот Алкана теперь моя. Ух. Не, это реально, это... Кот Алканы настолько, ребят, редко попадаются, это просто жесть. И этот чувак контрпикнул, еще и контрпикнул с Эрона Блэка на Кот Алкана. Это просто нереальное что-то мы увидели. Боже мой, он отменил. И опять в углу. Так, привет, привет, Никита. Как тебе Шан? Ну, нормальный, нормальный. Ой-ой-ой, за что крашблок? Доигрался. Паниш. Так, выйдет расширенная версия МК-11, как 10-я часть. Наверное, выйдет, ну, в следующем году. Так, как все DLC выйдут, возможно, ну, в следующем году или через год. Не знаю, хотя... В конце 2020-го уже новое поколение консолей будет, и этот Mortal Kombat особо никому уже не будет нужен. Так что... Так что как-то так. Сахалина летает самолеты в США, а... прямым рейсом нет, не летает. Прямым рейсом нет. Ууу, Джейд. Да, вот Джейд это очень-очень плохо. Так, с Камчатки летает точно, с Камчатки? Насчет Камчатки ничего не знаю. Сахалина только во Владик, Хабаровск, Москва там и так далее. Даже там в другие страны это редко, ну, такие рейсы дорогие. То есть в Японию прямой рейс Сахалина дорогой. Ой, не выпрыгнуть вообще. Привет, житель. Так, с каких городов с Камчатки лететь начали в США? Каких годов, понятия не имею. Я на Камчатке не живу. О, боже мой, это... О, не достало. О, боже.
отстрелялся. Отстрелялся. Блин, палка. Блин, далеко. Вчера она уже бычит, как, а? Так, ладно. А что никогда не делаешь вперед 4, там плюсовую норму. Никита, слишком долгий стартап. Ты видишь, он лезет постоянно вперед.